Здравствуйте, коллеги. Это ProDexpo 2021, и рядом со мной стоит спикер, который сегодня будет завершать нашу деловую программу. Здравствуйте, представьтесь, и какую компанию вы представляете сегодня? День добрый, Сергей. Меня зовут Костерин Олег, я директор компании InfoVision. Сегодня я буду рассказывать, если я успеваю, да, то я буду рассказывать о том, как правильно организовать промо, как, используя аналитику и процессы одновременно, можно на промо зарабатывать дополнительные деньги. Ну и, собственно говоря, как выглядит правильная аналитика и правильные процессы для компании. Ваша компания, как она столкнулась с локдауном? Все ли кинулись улучшать свой бизнес или, наоборот, был какой-то спад в ваших партнерских отношениях? Спасибо, очень хороший вопрос. На самом деле, локдаун мы выросли в два раза. И да, аналитика нынче в цене. Компании должны понимать, как они работают в том же самом локдауне. Но поскольку мы делаем еще и роботов на базе аналитики, и они освобождают ключевых сотрудников компании от необходимости самим что-то готовить, работать в Excel-ах и так далее, то, безусловно, спрос на наши разработки он стал очень высоким. 21 век не перестает удивлять. Скажите тогда, есть ли какой-то у нас вектор развития? Может быть, вы видите, какая индустрия будет где-то там через 5 лет? Может быть, есть уже, что будет вообще все автоматизировано максимально, когда человек будет отдыхать на Багамах, при этом 6 лет будет компания работать, приносить ему прибыль, вообще не требуя его вмешательства? Вот точно так не будет. Но тем не менее, да, роботизация наступает. Самая рутинная операция в ближайшие 3-5 лет все-таки будут уходить. И это очень радует, потому что на самом деле для компании это серьезный гандикап такой, или вектор развития, потому что мы сможем давать нашим ключевым сотрудникам возможность принимать решения, выбирать из сценариев решения, но никак не заниматься рутинной работой. Это главный вектор развития, я думаю, что за этим будущее. Какой-то новый революционный продукт, который вот прям недавно вы внедрили или вот-вот собираетесь внедрить, может быть, поделитесь? Да, вот прямо сегодня на выступлении я буду рассказывать о построении новой экосистемы управления, в которой есть и роботы-аналитики, и системы управления цифровыми процессами, и мобильное приложение внутри магазина. Это, наверное, самая на сегодняшний день передовая история с точки зрения именно управления компанией и получения дополнительных профитов. Спасибо большое, Олег, и мы желаем вам удачи на сегодняшнем выступлении и, надеюсь, на следующей выставке мы снова с вами увидимся. Обязательно, спасибо большое.